Ростовской области банк работает уже 16 лет и только в этом году выдал малому и среднему бизнесу почти 2 миллиарда рублей кредитов. На условиях ГЧП банк готов финансировать крупные дорожные проекты, например, обход Аксая. В государственно-частном партнерстве могут быть построены детские сады и школы. Ростовской области банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве в основных направлениях развития экономики. У нас появилась возможность активизировать эту работу, а значит, придать новые возможности развития бизнеса. Я выделяю здесь еще раз социальную сферу, дорожное строительство, инфраструктурное строительство, проблемные активы, которые требуют нашего внимания, и мы договорились, что мы будем над ними работать вместе. Так что соглашение, очевидно, соглашение развития. В числе проблемных активов банка – «Донское золото», «Белая птица» и ряд других предприятий. Наша главная задача, это сразу скажу, что не допустить остановки производства, каких-то серьезных проблем у работников, получить полностью с вашей, также в том числе поддержкой, с поддержкой правоохранителя, операционный контроль за каждой из этих компаний, поскольку прошлые собственники себя, по сути, дискредитировали полностью. Эти компании дают региону несколько тысяч рабочих мест. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.